Югорский лыжный марафон возвращается. Организаторы открыли онлайн-регистрацию. В этом году участие в большом спортивном событии бесплатное. В связи с эпидобстановкой появились и новые правила. Всем участникам нужно за 72 часа сдать тест на коронавирус и предоставить результаты анализов. Кроме того, лыжники 65+ будут участвовать онлайн. Для тех, кто все же выйдет на лыжню в офлайн, все традиционно. Гонка пройдет в Ханты-Мансийске 10 апреля в пойме реки Горная. На выбор три дистанции – 50, 25 и 5 километров. Напомню, в прошлом году из-за коронавируса югорский лыжный марафон отменили. Организаторы решили не менять дизайн медалей, и все они будут датированы 2020 годом. Заполнить заявку можно до 9 апреля на официальном сайте югралопыт.ру.